Клиника Стамлайф представляет. Первый визит к стоматологу – непростое испытание для ребенка и его родителей. Первоначально стоит просто познакомиться с самим лечебным заведением, осмотреться там и показать малышу, что оно совершенно безопасно для него. Если есть такая возможность, познакомьте ребенка лично с врачом, дайте им возможность пообщаться, и последующий визит с целью лечения будет не столь неожиданным. Ребенок будет чувствовать себя вполне комфортно. Мы рекомендуем стоматологическую клинику «Стамлайф». Детская стоматология нашей клиники имеет все возможности для лечения детей с любыми зубными проблемами. Стоматологические заболевания, как и многие другие болезни, имеют наследственный характер. Поэтому, если родители имеют склонность к заболеваниям полости рта, то малыша необходимо показать детскому стоматологу уже на первом году жизни. Консультация по уходу за зубами и правильно составленный график профилактических процедур и рекомендаций обязательно снизят риск возникновения стоматологических заболеваний у ребенка. От первого визита ребенка к стоматологу в большой степени зависит доверие взрослого человека к стоматологии в целом. Поэтому каждому первому посещению ребенка мы готовимся, учитывая индивидуальные особенности. Особое внимание родителям следует обратить на важность профилактики кариеса и его осложнений. Для этого мы предлагаем герметизацию фиссур молочных и постоянных зубов торсодержащими герметиками. В лечебной практике мы используем пломбировочные материалы, предназначенные только для детей. Также обучаем детей навыкам гигиены полости рта. Существенное место в лечении детей занимает местное обезболивание. В зависимости от возраста ребенка и сложности лечебных манипуляций производится индивидуальный подбор анестетика, если в этом будет необходимость. Уважаемые родители, пусть у ваших деток не болят зубки. И помните, профилактика стоматологических заболеваний у детей является в большей степени делом ваших рук, чем рук врача. Стамлайф. Ваша семейная стоматология. Лечим безопасно, быстро и приятно.